Еще один вопрос, который мучает многих музыкантов, это как сделать бас читаемым не только на мониторах и наушниках, но и на радио или на некачественных колонках. Проще говоря, чтобы бас отлично звучал и был слышен на акустике любой ценовой категории. Для нашей задачи мы будем использовать три плагина: Metafilter, GGP Bass и E-Kramer Bass. Все три плагина мы попробуем, как они работают. Я вам покажу, как они настраиваются. А дальше вы просто сделаете вывод, какой вам будет удобнее использовать. Итак, давайте откроем для начала первый плагин Metafilter. И сделаем похожие настройки, как мы делали с бочкой, только без использования регулятора Follow. Выберем также режим фильтра на срез низких частот. Вот здесь вот. Далее выставим режим колена со значения 12/24. Параметр микс. Не забываем ставить в значение 0, чтобы фильтр работал в параллельном режиме. Чтобы бас сделать более читаемым на низкой середине, мы выставим значение регулятора частоты в значение 60-65 Гц. А регулятор резонанса выкрутим в значение около 80. От 60 до 80. Поставим пока 70. Теперь нам осталось добавить нужный гармоник. Регулятор драйв мы выставим в значение от 30 до 40. Все делайте на слух, но не перебарщивайте. Теперь добавим немного гармонического искажения, чтобы наш бас приобрел еще более высокую читаемость. Это касается низких басов. Если у вас бас имеет мало средних и высоких гармоник, вот эта ручка Crush поможет вам увеличить читаемость очень глухих и неярких басов в миксе. Поставим ее в значение 15. Это, опять же, делается на слух. В моем случае больше 15 не понадобилось. Вот я сейчас покручу ручку Crush и посмотрим, послушайте, какое значение. Почему я поставил значение 15? Можно, конечно, поставить значение 20, и тогда низкие басы, вот обратите внимание, когда пройдет яркая часть, первая баса, а потом начнется низкий бас. Это хорошо слышно, если добавить экстремально значение 40 на краш, и оно будет очень сильно отражаться, будет очень сильно слышно на низком басу. Но наш первый яркий бас сильно исказится. А вот на этом басу хорошо звучит. Но нам не нужно столько много гармоник, нам достаточно 15, значение 15. Чтобы окрасить весь наш бас, чтобы он приобрел еще более высокую читаемость. Вы можете, конечно, поэкспериментировать и с другими значениями, но значение 15 самое оптимальное для добавления небольших искажений в качестве гармоник. Друзья, отличные новости!
Отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком, не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника. Logic Pro Help совместно с Тинькофф Банк предоставляет вам рассрочку на все курсы, а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями. Переходите по ссылке в описании, где вы сможете найти полный список курсов, участвующих в программе рассрочки, и выбрать то, что вас интересует. Начни получать необходимые знания уже сегодня, не откладывая на потом. Так, и теперь послушаем наш бас до и после. Я вначале буду включать-отключать бас без бочки. Послушайте. А потом включим бочку и послушаем, как это звучит с бочкой. Также буду отключать и выключать бас. Теперь давайте включим бочку. И также буду включать-отключать метафильтр. Послушаем звучание баса. Очень отчетливо слышно вот здесь в самом начале, что как только я отключаю наш метафильтр, сразу целостность, обобщенность нашего баса с бочкой полностью теряется. То есть да, бас у нас имеет низкие частоты, но они расплываются на фоне бочки и на фоне нашего разнообразия баса. Послушайте, как у нас звучит еще раз с метафильтром. И вот я его отключил, и сразу басы просто поплыли. Они есть, но они слишком размыты. Как только я включаю метафильтр, у нас все собирается в одну кучу. Вернее, все собирается в одно целое, звучит как единое целое. Теперь давайте отключим наш метафильтр. И теперь расскажу об использовании плагина Jack Joseph Pick Bass, или сокращенно GGP Bass. Он тоже используется для увеличения плотности и читаемости баса. Как видите, он у меня стоит в инсерте. Отключим пока метафильтр, потому что это совершенно другая обработка. Вот, как видите, он у меня пока отключен. Так вот, этот плагин отлично подходит для того, если ваш бас, скажем, звучит после всех предыдущих обработок, все равно тускло. В моем примере бас сделан из 8 слоев различных тембров, которые я послал на групповую шину, и работаю с ним как с одним целым басом с ними. В вашем случае не обязательно прибегать к таким сложным слоям из 8, 5 и 10 тембров. Возможно, вы захотите использовать бас одного синтезатора, который будет состоять из одной дорожки. В этом случае мы и воспользуемся плагином Jack Joseph Pick Bass. Давайте его откроем. Для того, чтобы
насытить гармониками наш звук баса, можно настроить каждый из регуляторов вручную. Вот эти. Либо воспользоваться одним из пресетов. Но я вам покажу стандартный прием использования этого плагина в качестве сатуратора и замены им эквалайзера. Выставим дефолтные настройки. Нажмем Load Full Reset. После чего переключим работу плагина из режима Distortion, как он по стандарту стоит, видите, D-Distortion, в режим Amp усилителя. Для начала давайте послушаем еще раз наш бас. Теперь, как я сбросил на дефолтные настройки, давайте послушаем, включим этот плагин и послушаем, как он с дефолтными настройками, как он приукрасит наш звук. Ну, пока мне звук не нравится, поэтому, как я и говорил, сбросили настройки, переходим переключатель, переключаясь с режима Distortion в режим усилителя. Амп. Давайте послушаем, как в этом режиме звучит. Теперь давайте немного убавим регулятор высоких частот, чтобы звук был не сильно ядовит. Теперь попробуем немножко убрать низов, потому что они у нас зашкаливают, а нам этого не нужно. Поставим их пока в ноль. И вот этот регулятор Sensivity, чувствительность плагина, попробуем отрегулировать его на усиление или понижение. Вот эти настройки этих регуляторов: атака, расширение, саб, присутствие и мастер. Здесь уже все регулируется на слух, но при переключении вот, этих кнопок Digital Distortion и Amp, усилитель или синт, они подстраиваются именно вот под эту категорию синтезатора, либо усилителя, либо Distortion. Конечно, вы можете подредактировать это все вручную, но можете и оставить как есть. Все, опять же, зависит от вашего материала, от вашего баса. Возможно, вам будет не хватать саб-баса, здесь его можно добавить. Не хватает присутствия баса, его также можно добавить. Либо добавить громкости или убавить. То есть такие настройки вы можете сделать в этом плагине. Также можно сделать компрессию, добавить низов либо верхов, либо поменять режим в другой режим. Distortion, усилителя или синтезаторный режим. Итак, давайте еще раз. Сейчас будем прослушивать наш бас. Я буду включать и отключать его. Yeah.
Как слышите, этот плагин обладает тоже своим характерным звучанием, и даже при всех отключенных регуляторах он тоже привносит свой окрас. Поэтому имейте в виду. Настройки здесь абсолютно несложные, как я и говорил, все понятно. Просто поэкспериментируйте, попробуйте. Он разработан специально для басовых инструментов. Неважно, это будет живой бас или электронный. Сути здесь не имеет. Но он имеет звучание такое более выраженное по средним частотам. Теперь давайте его отключим. Друзья, возможно, вы еще не слышали, что у нас в Logic Pro Help есть свой закрытый клуб с телеграм-чатом и кучей подарков для всех участников. И пусть вас не пугает слово «закрытый», доступ в клуб абсолютно бесплатный. Проходите по ссылке в описании к этому ролику, заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату, к нашей коллекции плагинов, сэмплов и пресетов в ту же секунду. Буду рад видеть вас в чате, где уже порядка 1000 человек обмениваются опытом, помогая друг другу решать те или иные вопросы, а также первыми узнают о новостях и акциях школы Logic Pro Help. Жду вас там прямо сейчас. Welcome! Перейдем еще к одному плагину, который позволит нашему басу звучать лучше за счет окрашивания звука этим плагином. Это плагин фирмы Waves Eddie Kramer Collection E Kramer Bass. Этот плагин также интуитивно понятен и имеет 5 регуляторов и 3 переключателя. Регулятор чувствительности эффекта на звук, sensitivity. Регулятор насыщения низких частот, регулятор bass. Регулятор насыщения высоких частот, tribal. Регулятор компрессии, который уже адаптирован под компрессию басовых звуков. И регулятор управления выходной громкостью, output. Далее тут имеются два переключателя bass 1 и bass 2. Эти переключатели меняют характер обработки плагина. И переключатель индикатора сигнала, который на звук не влияет, а просто показывает нам чувствительность на входе и выходе плагина. Из-за того, что плагин простой и интуитивно понятный, разработчики не сделали в нем стандартные пресеты, но мы его настроим сами. Вообще, при подключении этого плагина звук уже начинает окрашиваться, поэтому вам остается только подкорректировать значение компрессии, насыщения и интенсивности. Итак, давайте включим этот плагин. Включим на первый режим Bass 1. Опустим пока Sensitivity на минус 50 минимальное. Послушаем наш бас. И будем понемногу поднимать регулятор Sensitivity и слушать, как окрашивается наш бас, что с ним происходит. Так, для начала включим его. Тоже немножко обладает очень резким звучанием, поэтому tribal он стоял у нас на максимум, мы его немножко уберем. Добавим немного басов. И поставим компрессию в значение, ну, где-то в районе 50, я сделал на слух. И компенсируем громкость, так как у нас при включении этого плагина у нас немного громкость баса понизилась, поэтому мы ее поднимем буквально на 5-6 дБ. Давайте послушаем. Очень отчетливо слышно, каким характером звучания обладает этот плагин. То есть он может подойти как и для синтезаторных басов электронных, так и для живых, и для, возможно, каких-то других стилей. Drum and bass, dubstep, trap. То есть плагин
очень разносторонний, очень интересный, поэтому обязательно вам советую поэкспериментировать с этим плагином на различных басах. Ну, именно для нашего примера в нашем курсе этот плагин работает, вернее, что этот плагин, что плагин GGP Bass, работают великолепно. Но, честно говоря, из этих двух плагинов, для, именно для того баса, который сейчас у нас в примере, я бы выбрал E-Kramer Bass. Вот этот. Потому что его можно включить с метафильтром. Он отлично сработает. Давайте послушаем. Только если включить метафильтр, здесь регулятор баса нужно немного подубрать. И немного опустим регулятор сенсивити, чтобы не было перегруза.